Здравствуйте, товарищ Рыбалу. В сегодняшнем видеообзоре хочу рассказать об очень интересной прямолинейке под названием «Магнет» от компании «Акой». Продукция «Акой» пользуется уже длительное время. И могу сказать только положительно, поскольку никаких отрицательных моментов у меня с данной резиной не возникало. Зачастую бывает, очень сильно выручает и помогает уйти от нуля. Данную приманку использую преимущественно для ловли окуня в силу ее размера, но у производителя имеются также и более крупные варианты данной приманки. Но я предпочитаю использовать именно для ловли окуня. Приманка представляет из себя такой вот виброхвостик с вытянутым длинным тельцем и с небольшой пяточкой на конце хвостика. Изготавливается из съедобного силикона с натуральным запахом рыбы, что, естественно, не может не сказываться на положительности и количестве поклевок. Также у приманки имеются два небольших плавничка, которые при проводке придают некую элегантную игру всей приманке. Несмотря на то, что она изготовлена из мягкого эластичного силикона, при проводке приманка очень хорошо имитирует такую рыбу пескаря, очень распространенного в нашей стране и являющийся одним из любимых лакомств большинства хищных рыб. Как я говорил, приманку используют для окуня, поскольку иногда на ракообразных он почему-то отказывается ловиться. Иногда приходится экспериментировать, и в ходе экспериментов пришло к такому, что он предпочитает такие вот небольшие виброхвостики. Данный цвет, да и в принципе большинство цветов ассортимента приманок данного производителя светятся в ультрафиолетовом свете, что позволяет применять приманку не только днем, но и ночью. Хорошо заметно, но ночью окуня я не ловлю. А кто увлекается судаковой темой, вполне подойдут более крупные варианты данного виброхвоста. Так что приманка проверенная, окуня ловит хорошо. Также бывает попадается некрупная щука. Всем рекомендую к приобретению. Стоят они недорого. Так что можете приобретать и наслаждаться ловлей рыбы. Спасибо за внимание. Данный видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine.